Дорогие друзья, давно мы с вами не заглядывали в домик к Тошке. Вот сейчас время обеда. Питомец поел вареной картошечки с овощами. Видите, дрыхнет. Топтыги кверху. Ну, разбудила, конечно, я его. Разбудила. Домик этот построен как термос. Поэтому в жаркую погоду здесь прохладно, а в холодную погоду тепло. Я не очень долго буду снимать, чтобы не запустить себя сюда жаркий воздух. Слышите, парень спит. Похрапывает. Симпатичный. Кстати, вот я сама только сейчас заметила к себе в нору. Тошка притащил какую-то тряпочку. Потом, когда он проснется, я рассмотрю, что за тряпка. Ты готовишься к зиме, малыш, да? Интересно, слышно вам или нет, как он похрапывает. Замолчал. Вот медвежонок. Очень хочется его потискать. Видите, в норе темно. Зубки белые, хорошие. А все почему? Потому что мы даем Тошке веточки фруктовых деревьев. Он с удовольствием их грызет. Ух, камера, как себя ведет, нехорошо. Ну ладно, давайте. Давайте оставим Тошку спать. Вот он, топтыга. Видите, как дрыхнет? Дрыхнет и похрапывает. Вечерком еще поснимаем.